ни черноземье. Еще недавно здесь преимущественно развивалась промышленность. Теперь значительные средства выделяются для крутого подъема сельского хозяйства. Дел непочатый край. И поэтому важно, чтобы те, кто приезжает сюда работать, не чувствовали себя временными работниками. Главное условие для этого – жилье. Эти дома в удмуртском поселке Балгуры возводит колхоз имени Фрунзе. В каждом таком доме есть приусадебный участок с хозяйственными постройками, три просторные комнаты и весь комплекс городских удобств. И люди устраиваются здесь надолго. А в этом залог успешной работы колхозов по выполнению продовольственной программы страны.